полное описание и точно дата выхода 7 и 8 серии нового сериала «Надежда». 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 20 января. 7 серия. Волк сообщает Гордееву, что нашел себе замену в операционной. Предлагаемая им кандидатура – Надежда Павлова. Волку становится плохо, и он просит одного из врачей тайно сделать ему кардиограмму. Становится понятно, что у главврача был инфаркт, который он перенес на ногах. Кардиолог настоятельно рекомендует Волку не рисковать и заняться лечением. 8 серия. Когда в клинике появляются новые пациенты, выясняется, что нет свободных хирургов. Волк решает провести операцию самостоятельно. Надежда предлагает главврачу свою помощь, и Волк допускает ее до операции. Напомним, 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 20 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки!